В последние годы под руководством президента страны принимаются важные меры по трансформации медицины, приведению ее в соответствии с международными стандартами. При этом особое внимание уделяется охране материнства и детства, а также расширению специализированной медицинской помощи. В столице проходит 4-й съезд педиатров Узбекистана, в котором принимают участие врачи, эксперты и ученые из 15 стран. Как было отмечено на мероприятии, в сфере охраны здоровья детей введена единая вертикальная система управления. Создан Республиканский научно-практический медицинский центр педиатрии и его региональные филиалы. По инициативе главы государства впервые в нашей стране принята программа по проведению аудиоскрининга новорожденных и дальнейшему развитию этой области. В результате сегодня в центре педиатрии успешно проводится кохлеарная имплантация, пластическая микрохирургия лицевого нерва, аудиоскрининг новорожденных и реабилитация с помощью цифровых слуховых аппаратов. Все наши достижения – это результат внимания главы государства к развитию медицины. В последние годы материально-техническая база в сфере педиатрии была значительно укреплена. Президент поставил перед нами задачу – улучшить качество медицинского обслуживания. В рамках исполнения этого поручения мы принимаем меры по обеспечению высокого уровня медицинских услуг для детей во всех учреждениях республики. В ходе мероприятия участники отметили эти достижения и обменялись мнениями по актуальным вопросам педиатрии. Также было подчеркнуто, что данный съезд станет важной платформой для объединения усилий международного медицинского сообщества. В последние годы Узбекистан добился значительного успеха в сокращении детской смертности. Ваша страна уверенно движется на пути к достижению целей устойчивого развития в области здравоохранения. Побывав в разных регионах Узбекистана, я стала свидетелем того, как медицинские работники трудятся с преданностью и самоотдачей. В будущем переход от системы, ориентированной на лечение заболеваний, к системе, нацеленной на профилактику и скрининг, станет ключевым фактором трансформации системы здравоохранения. В ходе мероприятия международный орган по сертификации CERT International вручил Республиканскому специализированному научно-практическому медицинскому центру педиатрии сертификаты, подтверждающие соответствие международным стандартам качества ISO 9001-2015 и ISO 7101-2023. Хотелось бы отметить, что была проделана огромная работа на протяжении 9 месяцев. Участвовали несколько консалтинговых компаний, которые готовили педиатрию по различным вопросам, по работе с клиентами, по работе с пациентами, по внедрению стандартов ISO, процедур, СОПов и многих инструментов, которые позволяют обеспечить безопасность и качество оказываемых услуг. В рамках съезда также пройдут секционные заседания и мастер-классы по приоритетным направлениям педиатрии, неонатологии, детской хирургии и оториноларингологии. Также запланированы круглые столы, посвященные инновациям в детском питании, молекулярной диагностике пищевой аллергии, современным подходам к хирургическому лечению врожденных и приобретенных заболеваний у детей, а также вопросам поведения и здоровья школьников.